Каким бы хорошим ни был фильм, никто его не посмотрит, если о нем не узнает. Поэтому современный кинематограф держится на трех китах – пиаре, продвижении и провокации. Именно пиар – основная тема цикла мастер-классов, которые прошли сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики КФУ. Особое внимание уделили продвижению регионального кино. Этому был посвящен мастер-класс Generation P от Натальи Егоровой, пресс-секретаря Молодежного центра Союза кинематографистов России. Но не только региональное кино в центре внимания фестиваля. Другие мастер-классы были посвящены краудфандингу и аналоговым кинопоказам. Мастер-классы проводятся в рамках 4-го форума «Время кино», посвященного особенностям кинопоказа в России и за рубежом. Спикерами форума стали известные кинопрокатчики, пиарщики и продюсеры из нескольких стран, среди которых Сербия, Турция, Эстония и Иран. На форуме не только рассказали о пиаре и производстве фильмов, но и провели несколько кинопоказов. В частности, гости форума увидели картину «Жги» режиссера Кирилла Плетнева. Также на форуме проведут день казанских презентаций, где татарстанские режиссеры расскажут о своих новых проектах, находящихся в стадии производства. Денис Панкратов, Роман Самарин, Универньюз.